Так, парни, выйду на связь уже после того, как сяду. Сорян, сорян, отходим. Какую базу выбирать? Я вторую занял. А, ну да, он сказал, зайдите. Да, да, дайте. Полетели, Ян, полетели пары. Парни, взлетай первым. Отрыв. Убрал шасси. Ян, где ты? Ян, ты за мной? Да. Все, отлично. Разгоняемся, чуть выиграемся. А ВХ где-то упал. Я на взлетке. Последняя точка была в Б5. Вот здесь вот. Сейчас полетим. Да, примерно там. Сколько задержка у тебя на бомбах? 8 секунд поставил. Смотри, я сейчас откидываю их. Принял? Принял. Бомбы ушли. Я выводил. Тоже откинь. Да, сейчас отлечу немножко. Да и что, зацеплю. Ты что-то так разогнался быстро. Я подожду. Откидываю бомбу. Угу. На самом деле у нас особо навыков пилотирования-то нет, чтобы еще и быть группой быстрого реагирования. Взял курс на восток. Ой, на запад. На запад. Иду на запад. Ян за мной? Да, иду за тобой, но отстаю примерно на 2 километра. Ну или километр. Ожидаю. Я, кажется, его вижу. Можешь стоять примерно на район? Или ориентир какой-то? Я тоже, по-моему, его вижу. Ориентир сейчас, да. 90. Что? Метку на карте можно давать? 220 ориентира, книжек, четверка. Он, знаешь, это киборг сейчас от тебя, это по правое крыло. В поле, среди деревьев. Ну, рядом да, с кишлаком каким-то. Ну, короче, это, он хорошо выделяется на фоне земли. Так, я не вижу. Может, перекрывается просто чем-то. Ян, высоко. Он почти это, под тобой. Обгоняй меня. Я понять не могу, ты то ли дымишься, то ли что. Это из-за высоты. Обгоняй меня. А, я вижу мишки наши четвертые. Ян? Да, да, я пытаюсь тебя выгонять. Просто боком лечу назад. Ага. Я сейчас под тобой буду проходить. Че, нам пытаться сесть? Вы же наблюдаете? Вы нас прикроете? Так, ну я вас наблюдаю. Ян, наблюдаешь мишки наши? Нет. Ничего справа. А, все, вижу справа, да, от себя вижу. Просто лучше уж быстрее, чем медленнее, дабы это противник не успел подойти. Давайте быстрее. Ян, я чуть-чуть спустился. Зет, ты пытаешься сесть или мимо пройдешь? Не, пытаюсь найти вертолет визуально. Наблюдаю тебя, Ян. Ага. Встраиваюсь за тобой. Вижу вертолет, пытаюсь сесть. Вижу тоже вертолет. Смотрим пока город. Не сажусь, иду на второй заход. Зависаю. Ты по горизонту, да, зависаешь? До четвертого на такой высоте не можешь висеть. Наблюдаю. Смотри, слева, слева у нас летят трассеры. О,
Очень много. Так, наблюдаю, да. Далеко. Там бот, по-моему. Это вражеская база, там да, бот. Да, это бот, ПВО. Понял. Ты сильно близко подошел. Три точки. Лучше смотрите вокруг нас. Наблюдаю укрепленно. На прах я не вижу. А я захожу на посадку, на меня смотри, он прямо передо мной. Я тоже могу разбиться. Ты уже мимо прошел. Я тогда сейчас сяду. Тогда набери скорость, прикрывай меня. Наблюдаю, Мишки. Наблюдаю. Всем привет. АВХ, можно еще подсоединиться или уже поздно? Ну, мест нету. Блять. Уйдите, пожалуйста, с канала. Ушел. 0-3 садит. 0-3 сел. Закрываем. Засекаю минуту. Веду наблюдение на дальней дистанции. Прям кишлака. Наблюдаю. БТР 152 чит, запускаю в тур. Азимут 265. Пошел в тур. Крым. Едет по полю. Уворачивается в тура. Уничтожен. Отлично. За ним еще два. Я прошу прощения, а почему у вас, ребят, туры есть? Если вы мне сказали, что туров не будет. Два птура, два это наров сказали. Подвеса. Вся минута прошла. Бью по Z12. Z12 уничтожил. Убираю обороты. Уходим, два газика едут. Ориентиры два коста. Разворачиваюсь. Там два газика, дальше кашных едут. Принято. Дистанция 3300. Иду на взлет. Один едет газик вдоль архитила. Ян. Сориентируй по азимуту, но что-то не могу найти. Азимут 280. Ориентир, смотри, костер, поле, два. 0-3 в воздухе с экипажем. Подходите. А мне сейчас трассера даю просто с пулемета. Принял. Даю просто пакет. Точнее, сначала пристрелочный. Ухожу. Я уходим. Понял. Ну мы уже свалили, можете отходить. Иду за нашими мишками. Иду за тобой. На выходную нам нужно дальше разбиться. Да, 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 выходную дальше разбиться. И может ближе к городу, потому что по полю не ехали их два птура. И смурсов сейчас не было легко обработать. Ну, мне кажется, если бы они в кишлаках были, их бы сложнее было бы отрабатывать. Тяга 65. Иду вровень с нашими мышками. Скорость сбрасываю чуть-чуть. Тот филд.
Мишка четвертая с грузом идет. Первая или вторая? Вторая сейчас. Принято. Я вижу до четверг. Я вам захожу посадку. На посадку по более асфальтной. У нас полосе. С другой стороны. Ладно, я посмотрю. Здесь. Я на правую полосу захожу. Принято. Выпуск шасси. Боюсь, у меня шасси не работает. Они и так выпущены. Я на штуке, что ли? Я сел. Сел. Задание выполнено? Ну, почти. Я захожу по самолетному. Сел. Надо же доехать.